Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за инков Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Токио берется. Сейчас посмотрим. Какой тут проход вообще? Интересно, а вулкан же может этих поселенцев убивать? Блин, сколько тут территории? Вообще. Я даже тут постою просто. Останусь. Так. Тут, конечно, лес стоит вырубить под поселенца. Или под гавань. Даже под гавань, наверное. Надеюсь, вулкан больше не будет извергаться. Но тут, знаете, тут рандом. Тем более у нас четверка стоит. Вероятность 12%. То есть, по идее... Раз в 8-9 ходов он может извергаться. О! Так, кого я тут встретил? Белиара встретил. Здорово. Привет, привет. Откуда-то он отсюда приплыл. Надо туда плыть, искать его города. Ну вот, наличие Финикии на такой карте меня расстраивает, прямо скажем. Это уже опасно. Что тут с армией? 88, 95, 80. Дружбу предложить. Болеар. Так, ну, 20 ходов можно пока о Финикии не беспокоиться. Сейчас будет подстава, если вот сейчас будет извержение вулкана. Ну что, мистер Эйди, что скажешь? Как жить дальше будем? Так, драма и поэзия открыта. У тебя вроде сверху место сидит. Мне бы вообще в морскую традицию, на самом деле. Так, будем что-нибудь менять? Нет, пока не будем. В Ереван сюзеренить. Пока нет. Пока нет. Флотоводец, лучник. Это где я тебя встретил?
Алекс Могила. Никакие. Давайте пока не буду подставлять поселенца этого. Слушайте, а может мне вернуться, я лучше... Ереван. Ну, блин, 6 ходов еще. А, блин, я не могу до сих пор тропические леса вырубать. Все, забываю об этом. Но мне бы желательно вот этот лагерь тут вынести. Уф, не было никаких извержений, слава богу. Пойдем потихонечку тоже. Алексей. Ну, право прохода, конечно, не знаю, в чью пользу. Но если он далеко отсюда, то ладно. Так, впуска давайте. Неплохие у него тут клетки, у него тут все хорошо, очень обработано. Прямо скажем. Упс. Маяк. Здесь в очередь гавань. Сколько у нас еще ходов? А, ну, в героический я точно выйду. Здесь у нас будет коммерческий. Конечно же. Ну, в героическом, вот у меня в героическом будет наука вот этих треугольничков и, собственно, морская традиция, я иду туда для того, чтобы бонус соседства для гавани иметь. Блин. Вот вам и убили поселенца моего. О чем я и говорил. Потерян поселенец. Надо сплавать, наверное, дуболомом. Так, ну тут никаких руинок нету. Где Финикия? Я найду Финикию, тогда успокоюсь. Ну я тут поставлю город. Вот это, видите, вот очень неудобное место, что мне тут вот так приходится, и поселенца я потерял из-за этого. Так, что тут у японца? О, Бандар Брюней, но не я первый нашел. О, Алекс. Алекс Мазила, когда это мы встретились, что-то я пропустил этот момент. Ереван. Только что встретились. А,
Я и сам не вижу. Леша, просто у него Ереван. А, он стал союзником Еревана? Нет. Ну, не знаю, наверное. Нет, там просто... И... Да. А немного ли у тебя городов за сюзерение на Алекс? Два. Это так плохо. Но это на два больше, чем у кого бы то ни было, по-моему, нет? А. Ну, один случайно. Надо тебе раскулачить. Только не это, пожалуйста. Монумент строитель. Не, вот этот хороший город, мне нравится. Блин, или дружить с японцем, типа союзиться. Потому что я думал союзиться с Финикией, но если она далеко, то я ж не смогу туда караваны отправлять вообще. Ага, все, тут конец. Мне надо судостроение, мне надо плавать юнитами через моря. И здесь вот города тоже ставить. А этот сейчас вылечится, пойдем тут варваров бить. Ну и этим могу подплыть заодно с другой стороны, когда судостроение будет открыто. Так, больше торговых путей. Давайте купим... Ну, вантовая. Интересно, умирают ли торговцы, проходя через... Ну, если он будет проходить, и там этот вулкан извергнется. Ну, Финикия, походу, все-таки реально где-то далеко. Карта интересная, что я, что японец на каких-то полуостровах находимся. Древние стены. Обработку бронзы надо открыть. Том инженерный. Я вообще ни одного варвара на самом деле не убил. Видите, не могу это ускорить. Привет. Здравствуйте. А как ты меня нашел, интересно? Он там у меня плавает, он нашел этой галеркой. А, вот, пират. Надо города безопасность. Алекс Навилла. Здравствуйте. Леша, не забудьте обезопасить города от Дидона. Хорошо. Ну, вот сейчас зависит, на самом деле, если вот здесь будет тоже город японца, то, наверное, все-таки в морские юниты надо идти и захватывать. Да. Киото здесь. О! Стоунхендж. А какую он религию принял? Все чудеса плюс 4 веры, дома собраний. О, хорошо он обходит. Карта чудесная. Да, карта интересная, да, согласен. О, это что, Польша? Оказывается, Польша ближе, чем Финикия. Тогда по поводу Финикии можно не беспокоиться. Значит, готовимся план нападения на Японию. Поплыли этим дуболомом помогать с варварами разбираться.
И этот поселенец тоже поплывет сюда город ставить. Потом шестой мы, наверное, сюда поставим, седьмой сюда. Вообще, надо заход до обработки, до открытия обработки бронзы купить. Даже за два хода. Вот надо вырубать здесь холмы. Здесь тропический лес вырубать, здесь. Да, вот сейчас покупаю рабочего. Это, Алекс Матила, можешь пододвинуться назад к Ильвану? Фотография ускорилась за две гавани. Ну, если у тебя коты включены, да? Тут, по-моему, должен быть лагерь. Ну да, видите, у него... Ну, кстати, у него территория хуже, по-моему, чем у меня. И судя по тому, что у него столица 4, он не прокачивал Магнуса на снабжение. Интересно, а караваны до поляка будут добегать? То есть, может, мне союз с поляком делать? Когда я буду японца захватывать. Мне на самом деле должно хватить вообще каравелл. Чисто. То есть выйти в каравеллы, мне даже фрегаты особо не нужны. Сразу очередь поставил еще поселенцев. Жилья не хватает, да? Я тут оставим, что на культурку дает. Вот об этом я и говорил. Пролетела буря, поломала все улучшения. Точнее, даже не поломала, а уничтожила просто. И половину населения выпилила. По всей просто территории. Отлично. Хорошая буря. Давайте пойдем. Поляк. Поляк, предложение. Ух ты. А вот и Мертвое море, кстати. А, это не Мертвое море. Сорян. Вот тому, что я на текущий момент успел разведать, я на полностью автономном континенте нахожусь, который ни с чем по суше не соединен. Это кто говорит? Кагарк. Повезло тебе. Ну, тут, ты вот, знаешь, я тоже так думал. Я тоже так думал, что я не соединен, но на самом деле очень похоже, что это такой очень странный большой континент. Ну я сейчас на севере по тундре похожу еще, но вот это реально, ну, на востоке, на западе, на юге, везде нету соединения. Это материки с дополнения, ну, последнего патча. Малые материки. Нифига ничего тут на немалые. Интересно, с моря. С моря, похоже, тоже можно атаковать.
Так, вырубаем. Что, три города только у японца? Врага при помощи квадриремы. Блин, мне бы вообще на самом деле квадриремку-то одну и построить, и поплыть какого-нибудь варвара убить. О, у меня город прям на железе стоит. Тоже хорошо. Так, все, я уже в героическом веке 100%. Еще 15 ходов до него. Да, территория японца хуже, чем у меня. Просто будем честны. Плавение. Посмотри сделку. Спасибо, не надо. Как недружелюбно. Тут, кстати, у поляка ничего так. Вот у поляка неплохие места. Интересно, где Финикия? Так, пожалуй, Лян. Возьмем в Кахамарку. Да, сюда. Высажу. Так, а давайте-ка мы, собственно, сюда. А вот тут где мне лучше? Вот сюда. Тут я дотягиваюсь до всех ресурсов вообще. Ну, как у меня все-таки лагают метки? Я вот не понимаю. Почему? Строю шахту, а не свое улучшение, потому что, во-первых, она не рядом с горой, во-вторых, мне надо три шахты все равно построить для ускорения ученичества. Так, здесь у меня все верно стоит. Ничего тут не хочу другого поставить. Вообще хочу. Вообще хочу 100% к строительству морских юнитов. Поэтому давайте вот военную традицию откроем. А, еще и в Бандар Брюней. Ну... Ну да, одного первого посла можно тоже карточку эту поставить. Ну, в общем, все решено. Японца надо захватывать. Тем более у него территория проблемная. Древние стены. Может мне в столице построить стены? Так, сделаем, чтобы быстрее акведук. Так, границы у нас городов. Нормально все.
Так, какой у меня там будет вообще флотоводец? Уровень военно-морскому юниту. Привет. Мне бы еще и в наемников бы выйти, конечно. Привет. Так, значит, тут ставим 100% морские юниты и первый посол. Вот так сделаем. Тут посла отправим в Бандар-Брюней. И вот так. Но у меня нет пока коммерческих районов, конечно. Что еще раз? Через Гешку встретились? А я не знаю. Мне, кстати, деньги бы надо открыть вообще-то. Акведук акведуком, но коммерческие районы тоже нужны. Ну да. Так, пойдемте сначала мрамор обработаем тут. Блин, все-таки не очень мне понятно. Будут ли у меня добегать? Ну, вообще добегают. Вообще добегают караваны. Ну... Из-за лагов ничего не успел принять. Ну, надо галеры начинать строить уже. Галеры... Мне в наемников надо выходить в военный, ну, здесь. То есть сначала морская традиция все-таки, а потом наемники. Для ускорения наемников мне военный лагерь я не построю, 6 ферм тоже не построю. Вот 8 наземных боевых юнитов это можно. Флотоводец, отлично. Ну, все довольно неплохо. Мне нравится, как тут все идет у меня. Блин, Алекс, не слишком ли много у тебя чудес и природы, и таких вон строишь? Какие? Храм Артемиды. Ну вот таких. У меня вот как раз зашел на строительную площадку скаут посмотреть. Mm. Ну я удивлен, что никто не построил раньше. Это да. Кого? Храм Артемиды, что ли? Возможно, пусть для тебя будет это сюрпризом. Не, я сейчас ничего не строю, так что... Да, нету... Ну, японцу не повезло с местом. Просто откровенно скажем, японцу не повезло с местом. У поляка хорошее место. Не знаю, как там у Финикии. Знаете, я, наверное, буду к поляку уже на деньги отправлять, чтобы апнуть юниты в будущем. Мне штук 18 галер надо.
Ну, если бы я, например, играл за Японию, то я, наверное, стремился бы захватить Ереван. Ну, тут грустно. Грустно, конечно. Будем честны. А где ж Финикия тогда, интересно? Что, до сих пор найти ее не могу. Тут ставить города нету смысла. Вот это хорошие города у меня стоят. Ну да, как я и сказал, тут и тут еще. Поставлю 7. У меня места неплохие. Вот, еще и янтарь есть. Так, тут давайте, наверное, монумент и амбар вот так сделаем. Что иначе расти некуда городу. Ну, нам надо будет сначала, наверное, Киото, но с одной клетки только атакуется, в чем проблема. Поэтому желательно вначале его взять, а потом уже другие города. Да, свой континент я полностью исследовал, и он... Я на нем один, и он ни с чем не соединен вообще. Ну, вот а мы, похоже, на одном континенте с Алексом и Словенией. Втроем. Так, рабочих надо будет еще в Кахамарке покупать. А их надо покупать будет тут. Видите, сколько районов надо строить. Так, в Куско давайте сразу в очередь акведук поставлю. А, это твой континент? Рудалексий. Людей. Вот мы с тобой встретились. О. Я может Финикия здесь внизу? А, ну да. А, вон где Финикия, блин. Ничего себе. Ничего себе. Мы недалеко. Вот это поворот. Так, во-первых, тут плюс 2 влияния поставим. Ну, пока бонус соседства для гавани рано ставить. У меня нету ни производства в ней, ни науки еще от героического века. Но я бы все равно сейчас уже убрал 50%. Давайте, наверное, вот золото от торговых путей пока поставлю. Все равно, ну, два хода, ладно, два хода достроится уж поселенец как-нибудь. Так, здесь давайте Буэнос-Айрес, от бонусных ресурсов будем счастье получать. А еще у меня на всем этом континенте, который довольно-таки не маленький, ни одной горы. А, не, одна на севере в снегах. Но хоть одна есть. У меня... У инков должно быть типа куча гор. Так вот у меня просто одна такая, одно скопление из трех штук. И еще четвертым этим, этот как его? Вулкан. Вулкан, да.
который мне уже одного поселенца убил. Он только разогревается. Черт, как же я так... Блин, Финикию-то пропустил. Странным образом. Ой. Ненавижу, когда вот так путаете юниты. Ну, в принципе, можно в города возвращать. Тут я высажусь на всякий случай. Давайте, наверное, скаута на автомат поставлю. Этим давайте возвращаться. Мавзолей и колосс, конечно, классная штука. И вообще, наверное, мне их стоит что-то построить, стоит для ускорения. Скорее в Куско это надо сделать. Финикия с Польшей вообще без армии. Поляк хотя бы армию какую-то строит. Ой, поляк, японец. Да, в Куско надо колосс. Да и Мачу-Пикчу надо, Куско. У нас уже галер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще четыре я поставил строиться, это 11. Так, ну да, вот здесь поставим город. Так, кстати, знаете что, это скорее место Финикии, чем мое. И вот эти острова, это похоже финикийские. А куда у меня уже бегает? Гданьск, значит, во Вроцлав отправим. Галеру, наверное, надо возвращать. Хотя у меня достаточно, у меня не будет столько денег, чтобы прям все мои галеры апнуть. Блин, может мне Финикию захватывать? А не японца. Формирует флот. То есть у меня даже будет один флот из... из каравелл.
Сколько у финикийца вообще городов? 3. Плохо расселяется. У японца-то, японец-то плохо расселяется, потому что у него некуда. А у финикии дофига. Ну, вообще, я бы на месте японца сюда селился. Тут, видите, снизу от Киото куча места. Так, ладно, давайте назад. Возвращать. Я, наверное, после акведука буду колосс строить. В героическом веке сейчас буду покупать рабочих и вот эти вот штуки вырубать. Так, колосс. Куда? Наверное, вот сюда. Что вероятность теперь театральную площадь здесь построить. Так, можно расти. Наску нашел. Хорошая. Ну, вообще, я понимаю, почему японец в Стоунхендж пошел там. Религиозные эти районы, видимо, строит. Потому что аж два города-государства рядом религиозных. Три хода. Знаете, куплю здесь рабочего. Правильно, конечно. Ладно, в Кахамарке куплю. Ну, потому что Лян дает дополнительный заряд рабочему. Тут пока оставляю как есть. Мне надо вырубить вот здесь лес, чтобы коммерческий район строить. То у меня наука будет оттуда идти. Ой, японцы 30 науки, интересно. То есть он, наверное, где-то таки построил кампус. Да. Японца кампус идет. Ну, я бы продлил дружбу с Финикией по той простой причине, что, видите, просто один город стоит на поверхности. То есть мне захватить один тир и все. А у японца я просто могу все захватить. Поэтому я таки буду нападать на японца. Надо, конечно, вырубать для куска. Может, просто рабочего построить тут. Кажется, тебе, японец, надо было снизу от Киото заселяться. Там тоже много места хорошего. Ну, я туда и иду. Составлять компанию Рудалексу.
А то ему скучно там. Ага, сейчас тебе. Повоевать хочешь? Как это? Довольно и плотно и оказались мы в итоге, да? А чё я решил, что Финикия где-то там? Почему я не подумал, что он внизу может быть? Я не буду на тебя обучить, даже знаешь, что-то твоих берем. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!